Привет, сегодня к нам пришла вот такая вот защита, пыльник, не оригинальная, ребята сами делают, очень прочная, на Kia Sportage, и здесь еще в комплекте есть крепление. Сейчас будем ставить, обязательно вам все покажем, как ее ставить. Кстати, оригинальная вот такая вот запчасть стоит, такой пыльник оригинальный, что-то 28 тысяч, а я его купил за 4 999 рублей. Вот, я обязательно скину ссылку на этот магазин. Очень крутые ребята делают, очень прикольные вот такие вот пыльники. Они уже из какого-то композитного такого материала, который не ломается, вот смотрите. То есть ему вообще просто пофигу. А оригинальный пыльник идет какой-то ватный, бумажный, непонятный какой. Короче, сейчас будем все ставить, ссылку на магазин обязательно оставлю в описании. Поехали. Итак, друзья, мы подняли автомобиль и видим то, что у нас здесь стоит металлическая защита. Первым делом будем снимать защиту. Вот, видите, как вы уже видите, пыльника у меня нет давно, он весь развалился, я его, здесь куски маленькие были, я все оторвал и выкинул. Короче, сейчас снимаем металлическую защиту. С этими ребятами работать, потому что они, смотрите, позаботились. Положили, как на оригинальном, помню, пыльнике была. Это вот, вот здесь вот по центру. Но сейчас все покажу. Вот такая вот интересная пластиковая гаечка с такой шайбой. Вот. И вот такие вот клипсы оригинальные по кругу. Сейчас буду ставить и все покажу вам. Итак, откручиваем все вот эти болты. Вот раз, два, три я уже открутил. Вот четыре. Вытаскиваем клипсу старую. Вот здесь уже нет клипсы, и в принципе можно уже накидывать пыльник. Так, друзья, мы все подготовили. Вот здесь есть отверстие под болтик, вот справа. Слева шпилька торчит, это под гаечку, а вот справа под болтик. Первым делом мы фиксируем наш пыльник здесь, чтобы он уже висел. И... вот, одели. Накручиваем болтик. Все, он уже у нас держится. А дальше мы уже потихонечку будем по кругу цеплять клипсами. Вот этими клипсами, которые дал нам продавец, положил в комплекте, мы крепим наш пыльник по кругу. Все очень легко делается. Клипсы идеально подходят. Просто засовываем и продавливаем их. Итак, мы сейчас с вами меньше чем за минуту уже закрепили одну часть пыльника с правой стороны. Теперь сейчас перейдем на левую сторону и закрепим также левую сторону. Итак, весь пыльник установили, осталось поставить назад металлическую защиту. Так, ребята, как вы видите, наш пыльник обалденно встал, плюс мы добавили нашу металлическую защиту. Смотрите, все клипсы, все подошло идеально, все закрутили, все прикольно, все классно. Сейчас осталось сюда последнюю гаечку, последний болтик осталось сюда затянуть, и все. Ну что, ребята, я повторюсь, кому понравилась защита, которую я заказал у ребят, обязательно для вас оставлю ссылочку в описании, переходите, там есть номер телефона, можно написать, ссылка на Авито, вот, продавец общительный, все можно узнать, расспросить, отправит вам до любого города, доставку вам сделает, как положено, все, так что всем пока, кому понравилось данное видео, лайк, комментарии, пока.